процентов в этой книге ложь. А вы же не читали. Я ее просмотрел. Ну, смотря что говорить мне. Не буду я доказывать. Человек, что можно... Хочу отметить, что Мария Тамаровна ведет блог. И вы можете на сайте «Эхо Москвы» оставить свои комментарии, да, и все свои сомнения изложить в блоге на сайте «Эхо Москвы», например. Зацепил в сторону, Егор, когда людей. Дело в том, что в этой книге есть научные. Я просто работала не с Егорычем, я знаю. Вот все свои по одному. Они подтверждены абсолютно документами. Но документ не приводится тот, что 95 годов не цитирует. Так это книга для детей. Зачем же давать им мозг на архивные документы? 400, он признал его незаконным. А здесь об этом Да не мы большевики, а вы большевики. На горло брали всегда. Перерисовались сейчас, и Петр Авен вам за горло брали. Вот хорошо, что вы все знаете, замечательно. Запишите свои дороги. Напишите, что вы замечательно. Лучше радуйтесь тому, что я причеплена не знаю, как длинные действия. Слово ложь, что я вам пощечину не дала, радуйтесь этому. Я была близка к этому весьма. Вы чуть не изменились советский пример. Сломанули бы сейчас по физиономии. А вы как будто бы изменились. За обвинение молчи меня. А я вам глупости не сказал, я вам привел факты. Все, кончай. Все ложь в этой книге, ложь. Хорошо. Ну, идите, государство. А как у нас, насколько активнее у нас люди, которые вот это активно. Да. Вы же орать не будете. Пишите свою книгу. Ну, хорошо, все, ушел. Хорошо, вы же ему поможете. Да, я имела полное право. За обвинение вам уже полное право. Спасибо большое. Как представитель издательства я хочу отметить две вещи. Во-первых, книга не проплачивалась с третьей стороны, а во-вторых, насколько мне известно, а во-вторых, по читательскому отклику, а точнее по его стилю, всегда сразу видно, кто есть кто. Здесь трудных слов уже не нужно. Мария Тамаровна, я думаю, что наш разговор по содержанию еще впереди. И надеюсь, он будет еще и с библиотекарями, и с учителями, и со старшеклассниками. Поэтому, если можно, вопрос про одежку. Как вам одежка? Как вам это... Были большие споры. Споры. Вот интересно, почему? Потому что, скажу честно, мне она нравится. У меня были большие споры об этом. Мне сначала понравилось, потом мне стали говорить мои близкие мне люди, что они не могут реагировать хорошо на этот галстучек. Вот. Я обратилась к художественному редактору, он там большой умница в издательстве «Время» Калу Нанчваляну. Я говорю, а вы что считаете? Он говорит, а я считаю, что подросткам очень понравится. Я тогда его спрашиваю, тогда говорите мне, что по-вашему в этом мальчике вот, выделить надо и что понравится подросткам? И он сказал мне первый же эпитет, после которого я сказала, все, больше мне ничего не надо. Он посмотрел, я говорю, ну он, во-первых, бедовый. Бедовый. Я говорю, все, Валера, вы меня убедили. Вот. А, и потом, а вот все, Сергей Александрович Филатов, которому я только что подарила два дня назад, поехала к нему, он многим здесь известен, надеюсь. Я говорю, он заулыбался на обложку, я проверяла. Вместо того, чтобы от советского грузета, он заулыбался на 2 метра уже. Ой-ой-ой-ой. А я говорю, у него стали рассматривать. Я говорю, вот видите, весовые столпы, вроде мне показывают, что это прошлое России, как бы настоящее. А он, и он мне сказал, то, что я не заметила. Так ведь он смотрит еще в будущее. Я говорю, вот я даже не подумала. А вот с художницей, она оформляла и мою Осинкину, у нее такой, вот этот инфантилизированный такой стиль, у нее два ребенка, она с них все рисует, по-моему, со своих девчонок. Вот. И она сама такой ребенок на своих там 35-37 лет. У нее вот этот такой примитивизм, что ли, или скорее детский рисунок, мне нравится. И вот она, видите, додумалась вот до этого. И что-то тут есть. Вот слово «бедовый», оно хорошее. Потом я сейчас много бываю в больнице, у меня друг ближайший, вот наш Саша, 1,5 года уже не вылезает из болезни.
и сам очень серьезные врачи. И вот они очень начитанные к тому же, очень любят читать. Врачи, квалифицированные врачи же. И они прямо в восторге от обложки. А тоже, так сказать, не то, чтобы они так прям все залюбили, советские. Они говорят, нет, это уже не так все, вот что. Не в этом дело. Этот галстучек, он так как-то не так. А вот тут мне очень нравится, это моя любимая фотография Егора Гайдара. Потом, понимаете, вот что важно, я тут выражаю благодарность все натурально маме. Вот какая молодец, я дала ей в свое время, у меня было написано глав 8 или 10, а дальше по кусочку все названия и по кусочку. Но она доктор исторических наук. Я впервые в жизни давала человеку читать черновики свои. Я сказала, Ариадна Павловна, я хочу, чтобы вы все посмотрели, просто вот вы все поймете, что у меня это только намеки, а вот первый там 10 глав, ей все понравилось. Она все это полюбила. И вот потом, ведь это же действительно роман, между прочим, жанр дала мне, определение жанра дала моя внучка, Женя Астафьева. Она стала читателем, глав 7-10 прочла, и говорит, ой-ой, ты знаешь, у тебя не биография, биография, знаешь, она студентка, 10-го института была в этот момент, схематичная всегда, так вот я вам буквально передаю, а у тебя задумался биографический роман. И тогда я решила, потому что принцип абсолютно другой, чем у меня, кто вот знает мою жизнь Александра Михайловича Лукашева. Там у меня вы не найдете ни одной фразы, которая бы звучала так. Булгаков подумал или подошел к окну и закурил. Нет ни одной, только факты. А здесь совсем другое. Я додумываю за него, что он думал, когда читал «Тюма», что он думал, когда читал «Монобли». Я, так сказать, свои фантазии дала. Вот вы, потому что другого пути не было для детей написать, можно было только так. И вот что меня поразило, и даже глубоко, так сказать, тронуло и поразило, что вот поверьте, ни про одну страницу мать не сказала, что что-то фальшивое, она про это сказала. Ну какая мать промолчит, что нет, это не его, тут, знаете, Мария, она бы нашла вежливую помощь. Нет, она все приняла, что вот тональность саму как-то все, то есть она не нашла в моем, я ведь описываю вот его отравление, он знал, кто его отравил, я не буду это говорить. Он знал, откуда это идет, и мне сказал об этом поляк. Он ему сказал, министру. Вот. Я не, так сказать, не могу ничего этого говорить, естественно. Но я описала саму ситуацию, ситуация сама потрясающая. Он должен был тогда умереть, потому что он говорил, что меня не хотели попугать, меня хотели убить. И он плохо себя почувствовал после стакана чая. А вот здесь вот мой сотоварищ ходит, Андрей Мосин, с которым я объехала по России. Афганец, разведчик, 19 лет, командир отделения разведроты десантного полка. Это я говорю не зря. А когда мы с ним в 2005 году были на 50-летии Гайдара, я его познакомила. И вот мы приехали только что на машине от Лукашенко. На один день ездили смотреть на выборы, все поняли прекрасно за один день в Минске и в селах, что происходит. Но теперь мы уже до них дошли. А тогда мы ехали с ним, говорили, мы побывали в советском прошлом. Но оказалось, мы побывали в своем будущем. Вот, это мы не думали. И вот когда мы уходили из претендотеля, он сказал странную вещь, которую мог сказать только разведчик. Причем разведчик не такой, а войсковой. Он говорит, мне там у Егора Тимуровича очень плохая охрана. И это проявилось в Ирландии. Потому что это такое? Это даже не надо быть 7-5 на лбу, и не надо соображать в этих делах. Я женщина не очень в этих делах соображаю. Но как это? Попросил чаю, и официантка в руке несет ему стакан. Ну, без как-то, для всякого контроля, неизвестно откуда. Ему сразу стало, начинало. Он пошел к себе в номер. Я это описываю, вот вы поймете. Я допрашивала Кениеву, которая была с ним. Она его практически спасла, но спасло нечто, что в нем самом еще было. Потому что он пошел, на открытие не остался, пошел к себе в номер и лег. И он рассказывал потом друзьям, что он не мог встать. Он чувствует, что он не может встать. Она ему звонит, ваш доклад. А он говорит, я не могу идти. И она потом мне говорила, мы с ним очень хорошие отношения, она говорит, я не могу вам объяснить. Я говорю, почему вы так сказали? Я не могу вам объяснить, поэтому. Она сказала, Егор Тимурович, вы должны одеться, встать, прийти вниз и выступить.
она была, руководила делегацией. Я говорю, как вы могли? Человек говорит, все плохо, все чувствует, а вы сказали. Вот вообще, как, мне интересно было. Она говорит, я вам не могу объяснить. И тут я, может быть, я даже полстраницы прочту, ладно?